Рапунцель, спасай, Пасы, спаси меня. Вы просто не представляете, у меня все красное, вообще все. Ого, я активировала фейерверк и улетела куда-то. Всем привет, вы на канале Крошки Евы, и сегодня мы пошли ломать кости с ребятами. Привет. 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 Привет, но кое-кто, похоже, будет ломать панцирь. Ой, Ёши, что с тобой случилось? А вот, вот смотри мое видео и все увидишь. Ай, нет, что? Нет, только ой, не на голову, ой, только где? Не на мои глазенки, нет. Так, пошли спасать нет, Ёши. Куда Ёши? Он делся? Панцирь, спасай, панцирь, спаси меня. Ой. Ребят, а мне кажется, или игру русифицировали? Да-да, все на русском. О, правда? Ого. Ничего себе. А что такое лигамент? Да, тоже хороший вопрос. Мне вот тоже интересно стало. Вот это Ульяна там полетела. Значится, лигамент это фиброзное тело, которое соединяет несколько костей. Так. Вот ого, так. Ого, Ёша, это крабы это такие связки, ученые? Это связки, короче. Да, ага. Это крабы дают мне вот такие вот силы. Силы... Не знаю, мозги, может, лучше сказать. О боже, крабьи мозги звучат. Крабьи жутко. Мозги, да. Да. Ну, я смотрю, тут не очень русифицировали до конца игру, потому что тут написано «Опрыскивание лигаменты». Что? Ну вот лигаменты, это как раз такие связки. Опрыскивание связок. Да, ну нет, все да. Опрыскивание... Ну хорошо. Значит, это первая кость, вторая связка, а третья это что за цифра тогда получается? А, ну там тебе не написали? Ой, я не прочитала, наверное. Написано совместный. Я не знаю, что значит совместный, но, короче, что-то явно значит. У меня столько кровищ только что разлетелось. Кстати, Ева, а я видела, что тут еще вот этот вот человечек такой оранжевенький. Ага. Если нажать на него во время полета, а потом нажать на одну ага. из доступных тебе штук, то ты можешь ее ага. использовать. О, давай проверим. Давай. Так. Сейчас. Ого, я активировала фейерверк и улетела ой, куда-то в ой, космос. Ой, я тоже. В смысле? Ой-ой. Я тоже так хочу. Ребята, а как вернуться? А как вернуться? А как вернуться? Я не знаю, как вернуться. А, Ева, ты висишь? Нет, я лечу уже вниз. Я вот пытаюсь об скалы упасть. О боже, куда меня куда-то унесло? Вау. Да, меня тоже. И у меня впервые третья цифра 5. Как классно. Ой, Ёша, я к тебе лечу. А, это суставы. Это суставы, короче, они смещение. Так. Вы знаете, я как-то и падала, и больше костей ломала, чем сейчас, так что... Но я упала с 1094 метров. Ого. Ой, а я не посмотрела. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько там было метров, а то мне очень интересно теперь, победила ли я Лану. Да. Ну, я очень высоко поднялась, поэтому даже не знаю, вижу, там кто-то внизу валяется. Уже это вы, ребят? Не, я пока лечу. А вот я лечу, только лечу. Ага. Ну, знаете, с высоты валяетесь, летите, а одно и то же. Да. Кстати, Ева, тебе нужно заработать на новую локацию, потому что, когда ты там отдыхала, мы уже на нее попали. Да я вот смотрю, у вас у всех уровни какие-то высокие, а у меня все восьмой. Это просто как-то очень обидно. Я и так в этой игре очень мало костей ломаю. И вообще, вот как-то все не очень хорошо. А что я включила второй вот? А, не знаю. Ой, я и сам не понял. Я включил и не понял, что. Да-да, мне такая же ситуация. Ну, первое было крутое. Первое, да, согласен. А второе что-то как-то не очень. Зато я все попробовала. Ну, ладно, там полетела уже. Я за ней. Ну, довольно странный перевод. У меня сломана левая лодыжка и сотрясение. Ой, я в твою сторону смотрю, ладно. О, ребята, я, наверное, первый раз сломала себе череп. Ого. Он такой розовенький. Обалдеть. Даже чуть краснее, чем розовый. Тут идет, значит, белый и розовый. Краснее, чем розовый и красный. Вот. Этот цвет между розовым и красным, я не знаю, как называется. Оу, вообще красиво. Давайте и сюда. О, там фиолетовое все стало. Ева, мне еще очень ура. Нравится надпись «Разрывы записи» и «Средние перерывы». Да, да, я уже почитала это все. Очень смешно звучит, особенно пал 217 метров.
Кстати, да. Знаешь, лучше бы они не переводили. Понятнее не стало. Теперь еще больше загадок, что же это значит. Ну, наверное, упал с высоты 109 метров, там еще сколько-то метров. Да, но разрывы записи, что это такое? Ну, это, наверное, кто-то писал, а потом разорвал все. Это как домашнее задание, да? Ты пишешь домашнее задание, а потом такая, а, нет, это не получилось, и вот у тебя разрывы записи. Нет, смотрите, я придумал, разрывы записи, тогда ты вот пишешь, пишешь на одной строке, и какое-то слово длинное, и тебе нужно сделать разрыв записи. Ого! То есть перенести слово, да. Вот это вот разное мнение, интересно. Эту игру Ёши переводил. Да, слушай, ты похожа. Слушайте, я поняла. Так. Разрывы записи — это рекорд нашего количества переломов вверх. Да. Я просто помню, что оно там было, и при падении эта штука не меняется. О, а, теперь я что-то лицом в дерево врезалась. Так, Ева, 9-й уровень получила. Может, ты сможешь получить уже скоро новую карту? Да, сколько она стоит? Вот я сейчас еще раз упаду и посмотрю, выйду в менюшку. Да, посмотри. Сколько же она там стоит? По-моему, что-то 850 тысяч. А, у меня 660. Ну, давай тогда падай активнее и пойдем туда. Я тебе могу даже сказать. Падаю. Там будет снежочек. О, там холодно. Наконец-то хоть можно в холод прийти, а то все жарко и жарко. Ну да. Ну ладно, Ева, мы у тебя в аквапарке были в очень зимнем, скажем так, аквапарке. Я аж замерзла. Да. Ну, а я, слава богу, охладилась в этой жарюке. Мне очень понравилось. А я вот вижу, только Ульяна падает. А где же Ёши, Лана, все остальные? Мы, видимо, падаем по очереди. Да, кажется так. Так, я подожду кого-то. Я вот хочу подождать. Так, сейчас я тоже только приземлюсь. Так, вот я тоже. Ну что, снова устраиваем упаднические соревнования. Упаднические, да, давайте. Ну, мы же падаем. А, поехали! Ой, стойте, а я! Давай. Прости, прости, Лана! Я думала, Лана уже подошла. Ёша такой, а, поехали. Я тоже подумал, почему-то. Просто вы все вместе были. Ульяна там на верхушке осталась. Недалеко. Да, я далеко не улетела. А я два раза повредила мозг. У меня все черное, а теперь желтое. Ребят, я такого никогда не видела. Да, все было черно-белым, потом желто-черным. Ужас просто. Ого. Падайте на голову, будет круто. Вредные советы от Ланы. Ой, боюсь, что не очень. Ну да, да, зато увидите то, чего не видели раньше. Так, ну что, я уже второй раз на пляж прилетаю. Ну, это ты потому, что с него еще не уехала. Ребят, если вы не знаете, Ева все еще отдыхает. Мне кажется, она никогда не вернется. Это точно, мне здесь нравится. Так, ну что, мне осталось вроде не очень много накопить, и, возможно, я успею даже до 10 уровня докопить вместе с деньгами. Ого! А у меня все белое. Что такое? Черно-белое. А, да, вот черно-желто-белое. Что это такое? Вообще жуть. Ты мозг себе повредил. Похоже на то. Это здорово и не здорово одновременно. Ну да. А мне только что, вот я заметила, справа еще надпись выскакивает. Лигаменты и кто-то костяной. Кто костяной? О, кошмар. Звучит очень страшно. Ну, я помню из сказок костяную ногу. Может, да, я тоже об этом подумала. Так, ой, что-то я засмотрелась и приземлилась недалеко. Ну, вроде неплохо выглядит половина красного. О, да. Мне кажется, что они все-таки игру, помимо перевода, тоже немножечко обновили, потому что, ну, раньше редко были такие вот, чтобы совсем менялся цвет экрана. Ну, возможно. Ну, я часто фиолетовый прилетал. Да-да-да. Ну, сейчас это как-то почаще, по-моему, работает. У меня такой негатив был. Ева, Ева, а тебе хватает до новой карты? 780, она 850 вроде стоила, да? Давай. Ого, куда я перелетела. Прям совсем где-то далеко валяюсь. Ой, я что-то очень плохо упала. Так, попробуем это исправить. Я выбейся головой. Ой, у меня какая-то мясорубка сейчас была. Вообще вокруг просто крутилась. О, обе руки сломала. Ну ты вообще... Прям вот зеркально. Так, ну давай головой. Ну почти, у меня просто все размыто было. Видимо, упала глазами, а не головой. Глазами, мне кажется, падает Ёша. Они у него очень упирающие. 139 первых костей. Ребята, а у меня рекорд. 127 костей и череп красненький. О-о-о, ну ты молодец. Так, мы не до конца, конечно, красненький. Так, все, я пришла. А Ёша где? Ёша, иди, вот прыгай там. Все, поехали, давайте. Раз, два, три. Ай, нет,
нет, я прям здесь остался. А я, видимо, это... Ну, вообще, тяжелее всех должна быть, наверное, поэтому должна быстрее лететь. Мне казалось, я хотела сказать, что я легче всех. Тяжелее? Ну, кто быстрее падает, наверное, так и получается, нет? Может быть. А еще зависит от того, тормозишь ли ты какими-то частями тела или нет. Ага. Ну, ребята, что я хочу сказать. Мне хватает на новую карту, так что пойдемте туда. О, отлично. О, я только упала. Как тут классно. Не замерзла еще? А я не вижу снег. Нет, очень хорошо, охлаждающе. Подожди, ну там же снег должен быть вокруг. А, я думала, он идет. Он уже выпал. Было бы круто. Какая-то скала, видимо, она не прорисована, или она как-то недоделана, я не знаю. Но выглядит как, знаете, такой крокодил, что ли. Такой смотрит в небо. И вот он такой закинул голову к небу и говорит: дайте мне кого-нибудь съесть, я люблю кости. Ужас какой. Ладно, ребята, давайте пойдем прыгать. Давай, Ева, ты же отсюда не прыгала, давай. Да, давайте посмотрим, что тут у нас такое есть. О, любимые скалы. Ой, у меня аж что-то посыпалось. Что с тебя там посыпалось? Не знаю, может, косточки или лигаменты. Ребята, вы представляете, я настолько попрыгучая, что я упала, а потом перепрыгнула через дерево. Серьезно? Да, представляете. Вот это да. Кстати, Ева, по-моему, нам уже снова доступен фейерверк. Ой, кстати, да, я тоже нажала. Ой, что-то я так упала. Давайте попробуем. Ой, да. Так, давайте. О, отлично. Ой, вот это вот меня швырануло. Я думала, меня вверх подкинет, а меня швырануло об скалы. Да? А меня вообще как-то вверх и вбок. Я думала, я из карты сейчас улечу. Да. Ой, дерево. О! Отлично. Мы с Ёшей на пляже. Только я уже под водой. Ну что, достаточно полезный был фейерверк. Ну, я бы не сказал. Ребята, вы просто не представляете. У меня все красное, вообще все. Только ножки там розовенькие. Обязательно потом посмотрите мое видео, и это просто шикарно. О, да. Ну что, ребят, вы знаете, я, кажется, тут уже подзамерзла. Придется идти куда-то в теплое место оттаивать. Ну, я думаю, на сегодня все. Вот я в заключительном варианте сломала все абсолютно кости. Мне очень понравилось. Так что всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока! 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 Пока!